Да делаю я иначе, случился полный крах всей мировой экономики. Какой? Так сложно просто заглушить и выслушать меня. Вы не прекратите, чтобы все не шпатры прикрыли эти мои слова. Может, подвес? Нет. Почему? Мне ж не сложно. Я не собираюсь опускаться до такого уровня. Так, до какого уровня ты там не хотел опускаться? Почему-то все собрание на меня съер орал, а теперь подвести решил. Ой, это же просто политика. А политика, это же как игра в шахматы. Ты должен продумывать каждый свой ход и пытаться предугадать ход противника. Но это же не значит, что после победы ты не можешь с ним переспать. Во-первых, это дебилизм. Во-вторых, я даже не хочу думать о том, что раньше твоим соперником был мой отец. Ага, но между нами так ничего не произошло. Даже жаль. Он красивым был. Ага, даже очень. Ну, я не удивлен. Все русские на моей памяти были довольно красивыми. Красивыми, очень добрыми к близким. И всегда холодными ко мне. Как будто ты заслуживал другого отношения. Заслуживал. Я вообще-то стараюсь. Я вообще-то даже подарок на Новый год тебе в бардачке оставил. Вот видишь, я ничуть не хуже какого-то там вела. Мой подарок больше и лучше. Приехали. Ага, спасибо, что подвез. Эта семейка начинает меня реально напрягать. Что за аукцион невиданной щедрости? С чего Ама вообще-то в соревнования превратил? Откуда он знает о подарке? Кошачий корм? Я хоть кому-то о Кате говорил? Ладно, допустим. О, брюки! Хоть что-то на собрание, кроме юбки. Сидят идеально, как будто под меня сшили. Вот только откуда он мой размер знает? О, а что за бумажки на дне? Посмотрим. Приглашаем на праздничное застолье в старом особняке англичан в честь Нового года. Они ж недавно Рождество праздновали. Им просто нужен повод выпить. А тут у нас что? Хочешь, одолжу тебе костюмчик. И я начинаю задумываться о том, чтобы просто не идти туда. Слишком уж сильно меня напрягает эта семейка. Мы с Амой практически не общались. Откуда он узнал все это обо мне? Я, конечно, знаю, что он иногда странно может себя вести, но это слишком.